мясо, наверное, стейки свиные. Ну, салаты. Как у нас обычно, кальмар, оливье. Ну и что-нибудь такое экзотическое сделаем, чтобы так не однообразно было. Например, что? Ну что, ну что-нибудь китайская кухня. Я планирую пойти в гости, чтобы не готовить. Свинину. Может, рецептом поделитесь? Я повар. Ну, замариновать его правильно надо. А как правильно? Сковород. И все красиво, все сделается. Сельдь под шубой обычно, что еще? Оливье, как обычно. Салат кальмары. Ну, а там, может, в интернете что-нибудь посмотрю новенькое. Ну, как всегда, котлеты, да. Индюшку теперь делаем. Пирог. А какой? С рыбой. Мясо. Тигр любит мясо. А какое? Ну, говядину, наверное. Может, рецептом поделитесь? Ну, не помню. И мясо, и салаты мясные. Вот, потому что должно быть мясо на столе у тигра.